Добрый вечер. Вот у нас такой тортик. Мы его купили в ленте и всего лишь за 300 рублей. Это 299. Вот такой килограммовый тортик. Ну-ка, да-дам, открывай. Сейчас мы еще его не пробовали. Мы вчера его привезли. Еще даже не разрезали, не пробовали. Такой вот красивый тортик. Так, испекся он 17 ноября. Вот такой вот красавец. На килограмм наш на целый. Там вот была акция. И мы его решили все-таки купить и съесть. Вот так. Вот сейчас будем... А, разрежь, посмотрим, какой он в разрезе. Что там вообще такое. Тарелочку. Тик, сейчас будем кушать. Речаюничать. Ой, как вкусно. Бисквит. Это бисквит сверху. И, наверное, птичье молоко. Да? Угу. Это вот бисквит и птичье молоко. Приятного чаепития нам. Вязала пинетки, завтра они уедут. Это вот такие простенькие пинеточки. Я их кое-как сейчас поставила, потому что они у меня были вот так сложенные, лежали. Вот. В общем, вот такие пинеточки я связала. Здесь вот шов идет. Вот такие простенькие пинеточки. Вот, завтра они уже уедут у меня. Это вот вторая пара. Знаете, уже такие вот с рисуночком. Так вот. Подошва такая, подушечка. В общем, рисуночек. Вот такие вот пинеточки у меня получились. Ну, я думаю, они такие неплохие, красивые. У меня тут бумага внутри. Значит, решила сегодня снять мои покупочки, которые мы совершили в ленте, в общем. И я начну вот, я тут сделала такую небольшую композицию, вот, от нечего делать. Там наш пиратик бегает, вот, снега столько нападало. Вот, но речь сегодня пойдет о наших этих игрушках елочных. Вот, мы, значит, купили с моей дочерью Олей вот такие шарики. Эти шарики 10 рублей стоят. В общем, мы мимо проходили. Ну, вот мы выбрали. Вы знаете, почему они 10 рублей стоят? Потому что там, значит, некоторые шарики, вот эта вот блёстка, или блёстка, как правильно, она на некоторых шариках облезла. Вот, и поэтому их уценили. Вот, но мы вот с дочерью выбрали 4 шарика. Ну, вот они вроде все вот хорошие, целые. Вот, потом, значит, мы купили в ленте вот такие саночки. Я вот в эти саночки засунула вот этого снеговичка. Это у меня была веточка. Я покупала в магазине сувенирном еще позапрошлом году. Вот, в общем, взяла вот такой вот мешочек. Этот мешочек пришел с Алиэкспресс. Тут было колечко.
И вот я его не выкинула, и вот он такой вот блестящий, такой вот новогодний, правда, с сердечками. Ну ничего, вроде бы ничего, симпатичный. Вот я туда засунула фикс-прайсовские такие вот подарочки. Вот. В общем, я вот посадила в эти саночки. Вот мы купили вот эти саночки. Это игрушка. Здесь была, значит, веревочка, дырочка для веревки. Здесь была, в общем. Но я решила эти санки на елку не вешать. Такие вот красивые саночки. Вот. В общем, я, значит, в эти санки засунула вот этого снеговичка. Это была веточка. Я веточку сломала. Это были, значит, вот такая елочка. Ну, вот три веточки от елочки на ней. И, значит, вот эти вот шарики белые. Я ее сломала, потому что это, чтобы сделать композицию, это раз. И второй раз, чтобы мне ее никуда не вешать. Ну, не ставить эту веточку. В общем, она хорошенько поднадоела, потому что она позапрошлом году еще была куплена. Я решила, в общем, вот так вот посадить снеговичка. Вот получился вот такой снеговичок у меня. Вот. Потом, значит, в ленте мы еще купили вот такие вот игрушки. Вот. Вот такая вот звездочка. Вот, она с веревочкой. Может быть, какую-то композицию, но я сюда никуда не могла ее приспособить. Она как-то никуда не шла. Вот. Но если что, я ее повешу просто на елочку. Вот такая вот красивая. 50 рублей 50 или 70, я уже не помню, стоит. Потом я еще, мне понравилась вот такая игрушка. Я еще купила вот такую игрушку. Вот, там были красивые венки, но мы брали продукты, поэтому я не стала покупать ничего новогоднего. Взяли вот только саночки, вот эту звезду, вот такую вот игрушку взяли. Вот, и, значит, вот эти шары, больше мы ничего не стали брать. Эти игрушки у меня прошлогодние, я покупала. Вот эти вот шарики я брала в фикс-прайсе. Они шли в комплекте. Вот эти подарочки там были. Вот эти шарики и звездочки вот эти были. Вот там коробочки. В общем, это в прошлом году я покупала. Но я решила сюда на подносик. Я ничего не нашла. У меня ничего не было. И решила на подносик вот так все поставить. Вот, потом, значит, я что еще сделала? У меня была вот такая тоже в фикс-прайсе покупала веточку. В общем, я ее тоже, она очень высокая, если ее просто сюда ставить, как елочку. Я решила сделать такой, у меня елочка не получилась, но я решила сделать вот такой кустик. Я, значит, вот такой горшочек. У меня тут раньше свечка стояла. Я, значит, этот у меня... Я, значит, сюда засунула шпаклевку. В общем, вот она застыла. И стала, когда застывать, я засунула сюда вот эти веточки. Вот. И у меня вот получилась вот такая вот в горшочке. Вот такая вот, ну, не елочка. Вот елочка не назовешь, потому что она вот как-то как кустик получилась у меня. Ну, в общем, вот такая вот композиция выше получилась. Но одна шишечка у меня потерялась. Она у меня упала, отвалилась. И я никак искала, не могла ее найти. Вот. Ну, в общем, вот так вот я поставила. Включила огоньки, поставила вот так саночки. Ну, можно так поставить. Можно в другом направлении. И вот я, она у меня там стояла возле телевизора. Я сейчас решила ее поставить. Окно пустое. Ничего, цветы я убрала, потому что форточка открыта, когда жарко, и цветы я боялась, что цветы спомёрзнут. Я довязала один гольф. Вот он у меня получился вот такой. Здесь я даже ниточку не заправила. У меня пяточка.
сегодня испекли хлеб с оливами и сыром. Сыр твердый. Вот в разрезе вот так вот получился. Но еще не пробовали. Вот такой вот вкусный хлеб. Мы же не пробовали. Всем привет! У нас мороз. Минус 9, наверное, может быть, даже больше. Я снимала на фото. Ездила в город за мясом. Снимала на фото. Сейчас деревья такие все белые вот стоят. Ой, как их показать-то? Красота такая. Не знаю, передастся, не передастся. О, купили мы мясо. 4 килограмма говядины. 4 килограмма свинины. Ну, на 2 недели хватит. Вот, идем домой. У нас уже снег вовсю лежит. Вот, правда, мало. Гололедица. Но снег есть, уже холодно. Вон даже нос красный, как у Деда Мороза. Да, смотри, нос красный. Идем домой. Тепло. Замерзли. Вот, сапоги еще не посушила. Одела утром, они сырые. Не утром, а обед. Забыла поставить сушить. Вот, иду мерзну. Ну ладно, всем пока. Включи, пожалуйста.